В Московской области подвели итоги экологического марафона «Сдай макулатуру, спаси дерево». Экобаллы муниципалитетам начислялись в зависимости от веса сданного вторичного сырья. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов сообщил, что наш муниципалитет по итогам акции вошел в число лучших в Подмосковье. И подчеркнул, что привлечение граждан к сбору вторичного сырья позволяет сформировать у людей более ответственное отношение к вопросам экологии.